Привет, наши дорогие подписчики, гости нашего канала. У нас уже доходит время 2 часа. Я тут зашла домой, села немного с вами поговорить, рассказать, чем мы будем сейчас с вами заниматься, что вообще делали. И просто зашла домой, упала на пол и, посмотрите, сижу с вот с такими просто черными руками. Даже не хочется идти их мыть. Вот села, расслабилась, думаю, поговорю с вами и уже потом будем... Дальше двигаться, действовать, вот. И что вы думаете, вышла я после 12 к Сашуле в баньку, думаю, надо помочь ему, обклеила все стыки фольгированным скотчем и решила вовремя оттуда я сбежать. Не знаю, мне кажется, что мужчины просто все под копирку и ведут в тех или иных ситуациях, ну, просто одинаково. Я не знаю, просто когда с подругами тоже разговариваю, да, и они рассказывают, например, ой, там не получилось, а там у Ваньки сделать розетку, там что-то замыкало и так далее, ой, столько всего наслышалось. Ну, вот у нас то же самое, примерненько так. Вот, если что-то у Сашули не получается, первая виновата жена, потому что я там стою и своими глазами как-то на все, наверное, влияю. Вот, и второе, вовремя уйти. Да, Сашуля даже не заметил моего исчезновения. Я доклеила и думаю, пойду домой, купили мы 2 сруба мяса, надо помыть, сейчас разделать, фарш тоже помолоть, расфасовать по пакетикам, и когда он уже успокоится, будет настроение, все сделает, все, что у него не получается, вот тогда-то я и пойду, но он и сам мне напишет, что там делаешь, Янусь, давай приходи, либо сам придет домой чай попить, когда он отойдет. И мне кажется, любая умная женщина, зная своего мужчину, да, мужа, как он себя ведет в таких вот экстремальных ситуациях, лучше сделать правильно, не стоять там, не находиться и нервировать. И вот когда тоже была ситуация с котлом, естественно, ему хотелось его сделать, чтобы мы не спали в холоде, он искал эту причину поломки, и ну мне было ну никак не до съемки. Вот представьте, у вас что-то не получается, еще и человек тут будет одно дело ходить, а просто, да, над душой где-то что-то подсказывать, и то вот меня это тоже дико раздражает, я тоже такой человек, если у меня что-то не получается, надо, чтобы меня все оставили, я сама решила эту проблему, и потом я с настроением уже приду, например, и расскажу. И вот представьте картину, когда он вот ищет тоже, да, где-то злится, нервничает, что случилось с отоплением, почему оно не работает, и я тут, да, с камерой, Сашуля, что? Ситуации разные, и надо, наверное, знать меру, ту грань, где можно и где нельзя. Вот как и сейчас, у нас там стена просто вот такими вот реально волнами, и там нужно добавлять, наверное, 3 сантиметра. Не знаю, он там устанавливает эти маятники, как их правильно вообще называют. В общем, планку такую вот алюминиевую, узкую, нужно все это закрепить, и лишь только потом уже проходить раствором, а еще после наклей плитку. Это все делается первый раз, и для всего нужен опыт и время. Я понимаю, что он устает тоже на работе, иногда в выходной день не хочется ничего делать. Ну, он так уже хочет попариться в баньке, это просто его отдушина, и...
сам затеял плитку, хотя я предлагала купить листы, сделать немного попроще, но я уверена, когда уже, да, мы закончим ремонт в бане, вот он будет наоборот сидеть, вот это вот, всем любоваться и гордиться собой, что он сделал это все своими руками, хотя я ему предлагала уже нанять мастера, хотя бы, чтобы нам вот сделали этот участок, где печка и вот, ну, плитку. Но он ни в какую не соглашается, сам-сам. В общем, ну ладно, пусть делает. Главное, что я искала какие-то выходы из этого положения. Ну и, в общем, вот такой вот у нас сегодня, как сказать-то, стрессоустойчивое испытание. В общем, не знаю, насколько его там хватит, придет, бросит, не бросит. Ну, посмотрим, чем это все закончится. Так что все, мои дорогие, всем хорошего дня, отличного настроения. Никуда не уходите, оставайтесь вместе с нами. Я иду умываться, переодеваться и начинаем разбирать мясо. Ну и не забывайте поддержать нас пальчиком вверх за наш такой вот нелегкий ремонт. Думали, что все будет быстро, но не всегда идет так, как ты планируешь. Ну, главное не сдаваться и идти только вперед. Так что, мои дорогие, чтобы у вас все получалось, лишь только вперед к своей цели. Что, я там мясо разделала, фарш перемолола, осталось пакетики завязать, убрать в холодильник. Сашуль, я тут к тебе пришла. Хорошо. Что у нас обман тоже? Не знаю, может, кто наступил. Как ты тут без меня? Держится цемент. Не делается ничего. Yeah. Сегодня не твой день. Ну, вижу, печку, да? Разобрал. Ой, трубу сломал. Побольше отверстий, чтобы было. Но маяки не стоят. Крепить их надо как-то. Стена, видите, какая неровная. Тут просто такие вмятины. Может, ну, это все бросай. Домой заходи. А я, видите, сделала большое дело. Проклеила все кругом со всех сторон. Тоже читаем комментарии. Многие пишут, зачем все это делаете, и фольга вредная для здоровья. Ну, надо гвоздики заклеить. Гвоздики не надо. Вредная фольга для здоровья. Как в фольге готовят? И эта фольга специальная для бань и саун. У нас баня бетонная. Тут холодно, и чтобы было тепло, вот так утепляют бани. Может, кто-то не видел, и поэтому для вас это как-то дико, и кажется, что это неправильно. На самом деле, вот так, да, утепляют бетонные холодные баньки.
нас вроде бы, да, натопишь, кажется, жарко. А если прислонить спину к стене, то она прям холодная. Поэтому это вот самый лучший вариант. И вентиляция у нас тоже есть. Вот, видно вам в потолке. Там тоже есть в стене. Я вам до этого показывала. Кто смотрит, тот видит, тот знает. Еще Максимку тоже сегодня надо на дзюдо будет отвезти, не забыть. Надо будет тебе сказать. Ну ладно тогда. Не буду тут язвить, мешать. Делай. Хорошо. Пытайся. Если долго мучиться, Сашоль, что-нибудь получится, да? Ну, самое сложное осталось, это, конечно, вот эта стена. Даже если бы мы и листы, да, купили, наверное, закрепить обычные, которые... Да нет, проще. Проще было бы? Ну, они неровно, Сашоль, легли. Тоже бы все было криво, сикось-накось. Зато будешь потом париться и любоваться. Ну ладно, все, точно уходим. Не будем мешать. Да, смотрю я сейчас и понимаю, что 2 сруба уже на нашу семью это очень мало. И надо покупать 4, чтобы не орать мясорубку. И вот из-за такой ерунды получилось всего у меня, вот видите, таких 3 небольших пакетика фарша. Один, второй, третий. Мякоти чуть-чуть. И всего лишь 2 пакетика, например, на борщ, на щи. Косточка идет у меня, кусочек мяса. Кстати, я ведь вам не говорила, приезжал мастер по натяжным потолкам, который нам делал, посмотрел у Максимки дырку в потолке и сказал, что там уже ничего не сделаешь. 2 варианта есть. Купить какие-нибудь бабочки, как многие мне из вас советовали, пауков липучих, и все это залепить, иначе эта дырка будет становиться все больше и больше. И надо это сделать быстрее. В общем, там у меня есть белый скотч. Надо сначала, наверное, скотчем пройти. И потом уже что-то найти, приклеить подходящее. Надо будет поискать. Вот. Либо натянуть новый натяжной потолок. Это обойдется где-то 2000. Ну, не знаю. Может быть, он считал... А, ну да, светильники-то уже у нас... установлены, получается, лишь только полотно. 2000 обойдется, ни больше, ни меньше. И здесь посмотрел в кухне светильник, подсветка заедает. Ну, хотя мы уже и сами знали, но он все равно говорит, давайте посмотрю на всякий случай. Нужно поменять, скорее всего, блочок. Сам светильник покупать не надо, подсветка все работает хорошо, лампочка. Скорее всего, этот блочок заедает, сгорел. Сфотографировали модель, так что завтра уже схожу в магазин и куплю. Такой надо. И вот получилось мясо просто, ну, ерунда. Смотрите, вот кусочек мякоти, тут 2 кусочка, 2 пакетика косточка мякоть на щи, на какой-нибудь супчик, и вот 3 фарша. 1 пакет оставлю побольше, я хочу завтра помешать свиной фарш, куриный домашних бройлеров и приготовить котлеты на пару. Так что все, надо покупать больше. Больше, конечно, надо брать мясо. Ну что это? И получилось, что 1 круг побольше, а другой прям совсем маленький. Так, Альфуша тут кости выносила тоже. Надо сразу посуду помыть, убрать и пойти Максимке отпарить, скажите, костюм. В общем, кимоно. Сегодня у него дзюдо.
Я думаю, что сейчас будет Сашуля просто в шоке, когда я его позову пить чай, и он увидит, что я приготовила сама тортик. Он мне всегда напоминает, вспоминает, как мы раньше жили в Казахстане. Я каждый день пекла что-то новое, вкусное. И вот даже когда мы переехали в Россию, я тоже пекла тортики. Кто с нами давно, с самого начала, тот помнит, тот знает. Ну, а потом мы раздобрели, и, наверное, по этой причине мы себя так сильно такими вкусняшками не балуем. И вот сегодня я вообще выбилась из графика. Обычно у меня с субботы гениальная уборка. Ну вот, решила все отменить и порадовать Сашулю шоколадным тортиком. Ну, раз нахлынули на него воспоминания, хочет, очень хочет. Вообще, я хотела сделать шоколадную глазурь, либо шоколадку растопить с маслом, полить сверху. Но у меня нет этих специальных колец, чтобы, да, все это закрыть, ничего не растеклось. Ну, уже заказала, так что скоро они у меня будут. Я думаю, что и так тоже будет очень вкусно. Конечно, хотелось бы, чтобы он постоял так, часика так два, хорошо пропитался. Но прошло, наверное, от силы где-то полчаса. Пока я тут все перемыла, потом Максимку нужно было забрать на дзюдо, он уже приехал. Так что все, мы поужинали, и вот как раз можно пить чаек. Так что буду вас баловать проверенными вкусными рецептами. Вот правда, очень он быстрый, ну вкусный такой вот шоколадный тортик. Так что нашла тетрадку свою с рецептами и буду теперь, не скажу, что каждый день, но изредка, что-то выпекать к чаю. Вышла на улицу, а у нас тут красота. Снег идет. Альфуша поужинала, спряталась в будке. А тут у нас свет, огонечек в баньке. Не знаю, пустят ли нас вообще снимать, показать. Ну, попробуем. Там уже видно будет. Дверь открывали. Немного настыло. Включил, видите, обогреватель. А то, когда болгаркой работал, было очень пыльно. Сразу видно, Сашуль, что работаешь. Моська вся черная от пыли. Сейчас наш папа зайдет. Мы тут с Анютой решили тортик разрезать. И все, да, дочь? Да, приготовить. Так. Сначала напополам. И теперь, наверное, вот так. Да? Сейчас покажем вам в разрезе, что там у нас получилось. Может, выглядит он не очень так аппетитно. Такой весь коричневый. Можно было посыпать сахарной пудрой. Да, дочь? Главное, чтобы был какой? Вкусный. Главное, чтобы был вкусный. Вот так вот он выглядит у нас в разрезе. Так. Сейчас покажу вам. Вот такой вот тортик. Можно сделать коржи потоньше, но у меня, видите, они такие идут. Анютик уже облизывается, хочет чаек. Так, камера, фокусируйся. В общем, можно сделать коржи потоньше, но у меня не получилось. Получились потолще и такие. Прям видно вам или нет? Воздушные. Вот, видно? Очень такие пористые. Дочь, я не знаю, на тебе, наверное, камера фокусируется. Да, на Анюте фокусируется. Вот, видите, какие коржи получились. Такие, как пористый шоколад. И очень-очень он сочный. Я прям крема не жалела. У меня здесь масло и сгущеночка. Вообще хотела сделать сметаной. Ну, все больше любят на этот крем. Даже Буся хочет тортик. Вы слышите? Даже Буся хочет. А почему он так быстро заканчивается? Ну и так слишком. Слишком добрые. Так что по чуть-чуть. О,
Буся! Приятного нам чаепития всем тем, кто пьет чаек вместе с нами. Чай попили. Сашуля подобрел. Вернулись в баньку. Сейчас у него настроение появилось. Расскажет вам, что у него тут получается, не получается. С какими проблемами столкнулся. Ко мне там Наташа идет на чаек, на тортик. Ну, вот видите, как преобразилась стена. Мы уже сейчас и смеялись. Я говорю, все вырвать, выкинуть. Просто стену побелить и все. До этого никакого ремонта не было. Парились, мылись, радовались. А сейчас, если стены будут вагонкой, и этот уголочек побелить, колер какой-нибудь красивый, персиковый добавить, и все. И больше ничего не надо. Да, Сашуль? Что-то тут сильно под эти маячки очень сильно много раствора придется. Может, без них вот так подровнять. Немножко, чтоб. Ну, а потом клеем уже клетку более-менее ровно выложить. Так что-то сильно много выходит. Тут сверху бугры больше, я снизу выемка. Много раствора придется положить. Ну да, расстояние, видишь, какое. От стены получается. Так смотришь. Я даже не знаю, да, в чем причина таких неровных стен. Тут вот вроде смотришь от двери. Не такой уж и слой большой. Либо просто кирпич вылез. Я не знаю, вот с этой стороны-то стена совершенно ровная вообще. Да? Mm-hmm. А тут почему? Либо кирпичи выдвинулись. Блоки, я не знаю. О. Смотрите, какое расстояние. Видно вам или нет? Вот такая вот стена кривая по уровню, если посмотреть. Вообще, конечно. Ну и вот Сашуля тут пытается установить, как их называют, маячки. Я их все... Маятники, как только не называла. В общем, эту планку... Налепил. Уже заходи домой. Хватит. Отдыхать надо завтра. Бывают просто такие дни, что не получается. А так вот поспишь, новые мысли появятся, как лучше. Ну вот, что у нас тут есть. Показываю. Шуль, как тебе, кстати, тортик? Вкусный. Вкусный. А какой? Шоколадный. Не, правда, тортик вкусный. Дети прям поели тоже с удовольствием. Но его много не съешь. Лично вот по мне. Вот я сладкоежка, но он очень такой, мне кажется, сладкий и сытный. Может быть, из-за того, что крем на сгущенке. Еще и масло. Не знаю. Ну, а сметаны я особо не люблю. Какой-то он... Ну, не знаю. Сметаны мне не нравятся. Ладно, тогда, Сашуль, давай. Доделывай. Домой заходи. А я пойду подругу встречать. Угу. Чайник ставить. В общем, завтра уже продолжим. Покажем, что получается. И я отключилась. У меня вообще разрядился телефон. Бегала домой, взяла зарядку. Родители нас тоже там потеряли. Где вы целый день? Вас не слышно, не видно. Можно позвонить. Время есть поговорить. Вот пришла в баньку. Разговаривали по видео. Звонку деда Коля говорит. Да, я бы уже так не выравнивал. Все вы идеально. Все вам надо идеально, ровно. И так было бы не сильно... Заметно. Ну, Сашуля такой настойчивый. Если что-то делает, то делает. Ну, еще я говорю, надо просто переспать. Устал. Как только он не пробовал, вот сейчас нашел какой-то вариант, чтобы они держались, я не знаю. И не знаю, что из этого выйдет. А на улице мороз. Слышно, нет? Поезд гудит.